Устранить последствия циклона нужно оперативно. Мэр Магадана Юрий Гришан провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Погода буйствовала недолго, однако кое-что в городе все-таки пострадало. Оторвались несколько козырьков, разрушены строительные леса. Кроме того, есть и повреждения в школах. По учреждениям, в общем, по крайней мере, опрашивали, все целое, только в 15-й школе в спортивном зале выдавило одно окно. Подрядчик уже выезжал, завтра, если погода позволит, он окно это вернет на место, и процесс с понедельника будет возобновлен в этом спортивном зале. По остальным учреждениям все на месте. Спасатели напоминают, при сильном ветре и метели из дома лучше не выходить. 4 декабря в районе Олы ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.